Ты получил свои деньги, Бриск, а теперь ступай. Теперь очередь моей армии. Вовремя зачесали. А, что, пытаешься геройствовать? Он твой. Забирай, что останется. От него едва ли что-то останется. А этим я займусь из атак. Купер, знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Впереди титан класса авангард. Инжектор ковчега загружен. Выходим в ядра базы. Титан врага уничтожен. От ядра лазера не сбежишь, зараза. Искажающего орудия прошла этап 2. Координаты заданы. Система Фрипорт. Целевая планета. Гармония. Больше не постреляйте, ополченцы! Ядро Смаргада готово. Титан врага уничтожен. Хорошо. Готовы продолжить. Прости, приятель. Тебе конец. Искажающее орудие переходит на этап 3. Вычисление искривляющей проекции. Дружище, тебе конец. Сильное повреждение корпуса. Ядро полета готово. Почти конец. Самое время для последних слов. Сильное повреждение. Зараз. Хочешь, чтобы... Титан врага уничтожен. Через верные повреждения... Готовься ко встрече с Творцом, зараза. Что-то за занос в заднице. Посмотрим, как ты справишься с этим. Искажающее орудие переходит на этап 4. Импульс кольца 97%. Внимание! Ожидаемая энергия обратной волны достигает летального порога. Всем сотрудникам немедленно покинуть зал. Разрушение электромеханических устройств, включая титана, будет значительным.
Ну все, хватит. Пора кончать с этим. Тебе почти конец. Самое время для последних слов. Неужели по этому уроду стреляю только я? Поздравляю, ты наконец нашел нужную кнопку. Готовься ко встрече с Творцом, зараза. Этому недоумку. Черт возьми, умри! Меня не убьет какое-то недоразумение вместо пилота. Пусковая подготовка искажающего оружия завершена. Выгружается ковчег. Купер, эта волна гажера перегрузила мои ключевые внутренние системы. Попытка восстановления зрительной системы. Зрительная система восстановлена. Согласно моему единственный вариант здесь. Внимание! Обнаружен титан враг. Враг. Повезло тебе, герой. Убивать тебя не буду. За спасибо не работаю. Но и тебе меня убить не удастся. На, заслужил, да? Близко. Титан класса «Авангард» все еще здесь. Мне плевать, Мардер. Надо было это особо обговорить. Меня другие богатые клиенты ждут. Что ты делаешь? Вы что вообще делаете? Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Единственный вариант. Здесь бросок. Шейдя, пожалуйста, не угорит. Требуется ваша поддержка. Система автонавигации. Отведите меня в узел инжектора. Надо сделать это вместе. Наши наземные силы не успевают вовремя. Вам надо придумать, как уничтожить искажающее орудие изнутри. Другого выхода нет. Командир Бриллекс, у меня есть план. В открытом состоянии мое ядерное реактор сможет дестабилизировать ковчег в центре искажающего орудия. Что ты говоришь? Мы можем рвать его. Отправляю координаты в упор десанта на корабле. Координаты получены. Мы там будем, но не понимаю, как ты справишься. Доверьтесь, я в расчёт. Да уж, надеюсь. Мы движемся. Удачи обоим. Брик, готовь. Мы выберемся отсюда, Бити. Рассчитываю. Директива номер 3. Защищать пилота. Что ты делаешь? Доверьтесь мне. Бейте! Опер, потерян сигнал Бейте. Ведь немного осталось.
Хоппер, отмечаю координаты у тебя на дисплее. Возможно, точка эвакуации будет в воздухе. К поверхности нам никак. Если уж я долечу через этот дерьмоворот, будь добр, сынок, не опаздывай. Пилот, вперед! Отслеживаю тебя, двигайся. Пилот Купер, многие люди обязаны вам жизнью, вам с Бити. Вам с Бити. Баркер, летим на гармонию. Домой. Будь сделано. Девятый флот, это командование гармонии. Добро пожаловать домой. Разрушение тифона спасло планету Гармония. Для ополчения эта планета штаб. Но еще для миллионов людей это дом. Командир Брикс говорит, что меня примут в мародеры и снабдят новым титаном после очистки нейронных привязок к Бити. Не знаю, что при этом чувствуешь, когда тебе назначают нового титана. Мне старый нравится. Это был пилот Джек Купер. Отключаюсь.